Есть две вещи, которые необходимы для того, чтобы сработала инструкция, находящаяся в счастливом ребенке. Значит, первая вещь – это коллегиальность. То есть все люди, принимающие участие в воспитании ребенка, должны использовать эту стратегию. Вот, потому что если папа про это, бабушка про это, дедушка про это, а вы тут решили воспитать ребенка без насилия, ну, как бы, нет, не будет. Надо, чтобы их, они все с вами были заодно. И второе – это гаджеты. Ну, вот, если гаджеты появятся у ребенка не раньше 10 лет, вот, то у вас есть естественный авторитет перед ребенком. Вот. И, в принципе, при соблюдении технологии его достаточно. Как только у ребенка появляется гаджет, гаджет является значительно более мощным стимулом, чем любой родитель.